Николай, ты не поверишь, но я выехал на трассу. Просто пиздец, что творится. Снега по колено, я откопался у Вадима, и дальше просто как ехал, как бульдозер, бампером снимая слой снега. Но я выехал, без приключений. Я уже на трассе, да, я уже на трассе. Настенька, я считаю часы, когда я вернусь домой. Мне так хорошо дома, ты себе представить не можешь. За то, что ты устроила снегопад перед моим отъездом, я тебя выплю к приезду. Хорошо чувствуешь моменты, когда у меня напряженная ситуация. Лучше меня не отвлекать. Я выехал. Снега по колено. Ты не поверишь, как я проехал. Мам, снега по колено. То есть я ехал, как бульдозером сносил морду. Но я выехал на трассу. У меня сейчас дикая совершенно ситуация дорожная. Не отвлекай меня. Конечно, коммунальные службы работают охуенно. Ты не поверишь, что мне навстречу прошла огромная колонна Т-150, 4 штуки, которые чистят снег. Правда, встречную полосу пока, но тем не менее. Малышка, если у тебя могут отключить свет из-за того, что оборвется провод вот этого. Вот, ты сама сможешь в случае чего печку растопить? Электрики быстро не сделают, слышишь? Электрики быстро не сделают. То есть, если провод оборвется, это они будут чинить полдня. У меня к тебе просто линейная бригада уже выезжает. У меня к тебе просьба. Включай этот, растапливаешь печку, самостоятельно с генератором, естественно, не возишься. Хорошо? И просто ложишься спать вместе с Рексом. Ты сможешь безопасно печку растопить? Малышка, для большей безопасности задвижку, которая чугунная, в печке выдвини и не задвигай. Хорошо, топи в летнем режиме, тебе все равно тепла хватит.
Трава у тебя наколота, все, действуй только спичкой, ради бога, осторожнее, малыш. Я так за тебя волнуюсь, когда тебя одну оставляю. Я тебя очень люблю. Если что, звони Вадиму, он у тебя есть. В списке звонков. И мне тоже звони, если что. Хорошо, но Вадим всегда приедет за деньги, ты поняла, да? Я с ним рассчитаюсь. Целую, моя любовь. Если что-то, какая-то ситуация, что-то еще, звони Вадиму, хорошо? Чего? Да, я сейчас не могу его достать, я еду в жутком напряжении. Целую. Платной любви. Далее его мысль дошла до того, что можно устроить соревнования между фракциями. Каждый депутат, например, должен в своем округе сдать в полицию 5 проституток. Тогда это будет считаться победой. Жалко, что не здравого смысла. Фракции против фрикций. А, знаешь, очень захотелось в политику, честно говоря, в депутаты. Тебе туда дорогу, понимаю. Новый американский сервис придумал, как поправить статистику разводов в стране. Фирма предлагает молодоженам необычную услугу. Оплачивает свадьбу на сумму до 10 тысяч долларов. При этом деньги с процентами придется возвращать только в случае развода. При этом, если расставание все же случится, деньги с бывших супругов пойдут на свадьбы следующих пар. Зарабатывать на разводах не собираемся, говорят авторы идеи. Но, в словах и депутаты, все сплошь благородные люди. А вступительный взнос там какой, скажи, пожалуйста? Никакого взноса. По-моему, какая-то откатная система. Ну, с тебя жена... С нее ты. Дальше только самое смешное. Оставайтесь с Юмор ФМ. Сергей Чернов. Пока.